Богатый биоразнообразием Бискайский залив, занимающий площадь 223 тысяч квадратных километров, является домом для многих видов, в том числе для обыкновенных дельфинов, ставших жертвами рыболовства. Операция «Прилов дельфинов» была запущена в начале 2018 года у побережья Атлантического океана во Франции, когда экипаж нашего патрульного судна «Боба Баркера» запечатлел кадры, на которых вытаскивают мертвых дельфинов на борту рыболовных траулеров. Научные данные показывают, что в среднем более 10 тысяч дельфинов погибают каждый год из-за методов рыболовства. В то время как морское министерство Франции не принимает действительных мер и широкая общественность остается в стороне, мертвые дельфины продолжают вымываться на местных пляжах, неся шрамы от рыболовных снастей. В 2019-х и 2020-х годах морской пастырь вернулся в Бискайский залив, чтобы разоблачить продолжающуюся бойню. Выполнив более 250 ночных и ежедневных патрулей в суровых погодных условиях Атлантического океана, мы смогли сделать снимки, которые было трудно получить. Вместе с Сэмом Саймоном, снова присоединившимся к компании, с более чем 40 добровольцами на 4 судах, морской пастырь единственный, кто ведет бой. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Несмотря на возрастающее напряжение с рыбаками, мы не сдадимся и останемся более чем когда-либо полными решимости продолжать борьбу за дельфинов Бискайского залива. Уже с начала 2021 года на пляжах было обнаружено почти 450 мертвых дельфинов. Это вдвое больше, чем в прошлом году за тот же период. Более чем когда-либо французское правительство должно действовать быстро. Помимо дельфинов, наши методы рыболовства наносят ущерб всей морской экосистеме. Дельфины – информаторы океана, но если мы не сможем их сохранить, то какая у нас может быть надежда для других видов? Вы тоже можете присоединиться к борьбе, изменив свои привычки питания. Помогите нам сохранить дельфинов Бискайского залива. Для защиты морской жизни во всем мире пожертвуйте морскому пастырю.